Вот такое доброе утро. Все, ждем Вовочку. В субботу должен вернуться. Бубочку наконец-то отпустила. Закончились все эти хочухи. Всем спасибо. Следующее видео, надеюсь, будет уже о встрече с Вовочкой. Все, посмотрите, какие прекрасные мячики. Это последних 30 секунд жизни. Крокодил уже готов. Нет, Венза, нет, 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 этот нельзя. Опа! Веню повалили немножко. Ты все, что ли, сдула его? Ну, на. За какой схватиться? За какой? За какой? Брось. 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 Пусть. Какая? Ничего не интересно. Брось, брось. Ой, слушайте, ну с этим маленьким мячиком еще удобней. Уж не знаю, для какого он футбола. Тот-то для маленького был. Это вообще для какого-то мизерного микрофутбольчика ручного. Иди сюда. Иди ко мне. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Ко мне иди. Ко мне. Ко мне. Рядом. Рядом. Вот так. Молодец. Как вообще кидать мяч и не начинать снимать пол? Сложно. Вот, жизнь мячика была ровно вообще час. Не заметила, что она его спрятала. Загнала их в вольер. И она тут расправилась с ним, как могла. Венза, ну это что такое? У нас нет спонсора мячика. Да? Ну хотя бы неделю. Хотя бы неделю. Тебе стыдно хоть немножечко? Это песик. Это за песик. Что? Ай, весело. Ай, весело. Ай, весело. Улеглись на одной подстилочке. Девочки мои маленькие.
Дождик сегодня, да, весь день. Котики мои. Вот, игрушка-развлекушка. Мы уже такое использовали. Надеюсь, она поможет мне развлечь девочек и меньше шевелиться. Я буду стоять на месте, а они будут за ней бегать. Но чувствую, что вот этот монстр вообще за секунду игрушку уничтожит. Может, она куда-нибудь отвлечется. И с бусечкой поиграем. Все, пойду изготавливать. Так, вот такой девайс получился. Удочка. Монстр уже готов. Нет, нет, Венза. Что это такое? Нет, нет. Брось, брось. Дай Буси хоть немножко поиграть, потом ты его уничтожишь. Нет, брось, 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 брось. Очень неудобно. Нет, нет, нет. Брось, брось. Нет, это невозможно. Вен, забрось, брось, брось, брось. Нет, уйди, уйди, уйди. В общем, Веня за пакетом, Буся за Веней. Венза, нет, 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 все, уйди, 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 уйди. Брось, брось, фу. Нет, 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 нет. Так, я спасать пакет. Ой, веселый пакет, веселый. Венчику пришлось немножко обездвижить, чтобы хоть 5 минут Бусе дать поиграть. Потом, конечно же, отдадим все это Вене. Ой, веселый пакет какой, какой веселый. Длинная сильно палка, веревка. Что-то такое. Не успеваю среагировать. Такие резкие вообще у меня звери. Боже мой, одной снимать, еще играть как-то интересно. В общем, сейчас я поснимаю так, а потом мне придется, видимо, с ними бегать. Сломя голову. Да ладно, все, давай тебя отпустим. Вот, вот, вообще, вот, нет. Все, брось, Венза! Нет, 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 нет! Вот, если у кого-то вопросы были, зачем ее надо было привязать, чтобы с Бусей поиграть. Ну, короче, Буся, у тебя было 2 минуты. Нам нужен спонсор мячиков и бумажных пакетов. Ага, весело. Все, ничего не осталось. Ой, собака. Балдяка. Монстр-уничтожитель. Тебя каким-то шреддером надо устроить. В офис работать. Документы важные уничтожать. Или неважные. Бубочка. Все.
Не осталось игрушки. Уго, мусор. О, булочка говорит, ну и мне и так весело и интересно. Что? Как там дела? Гуси и так весело. Уже немножко пообедала. Теперь можно и кошачьими делами позаниматься. Буся на вершине мира. Смотрит свысока на всех нас. Людишек простых. Чья пятка? Генза там ходит внизу. Ну, а Виня там. Виня там, да? Ку-ку. Кукусики, кукусики. Эй, королева вселенной. Ты на меня не обижаешься больше? А то там некоторые страдались прям. Сколько ты меня в лужу толкала раз, так не пересчитать. А у тебя защитников больше, чем у меня. Ладно, слушай, все в порядке. Жива, блестит, здорова. Давай с горки. Ну давай с горки катись. Все умотало. Я с горки поеду. Вот, она меня толкает не меньше. Что это за жопка черная веселая? Да, кончились у тебя твои хотяки, хоть поиграть можно. Подумать еще о чем-то, да? Красотуся моя. Красотуся. А Венза там все роет что-то. Венза, я все вижу прекрасно. Ага. Черномордин, блин, пришел тут. И такая, будто ничего и не делала. Вот такие вот развлекушки у нас. Скучновато, конечно. Хочется уже в лес гулять. Но что есть. Надеюсь, пару вот последних денечков мы тут без Волочки сидим. Дальше он приедет и будет нас развлекать всех. Да? Развлекать нас будет? Булочка нас будет развлекать? Или как он вообще? Или что он вообще? Где он вообще? Сбежал из России. Что такое? Что за дела? Вернется? Бусечка. Вот. Родители у меня хотели, чтобы я стала ветеринаром. Клёпу я починила. Как положено. Все вообще профессионально зашито. Прекрасный хирург. Я. Осталось только выстирать пациента. Ну, пациент, прости. Остатки мячика. Что ты мне принесла? Вот это вот? Вот это вот тебе кинуть? Ну, давай. Давай другой рукой. Видишь, это далеко не летает. Буся. О! Ты что такая внезапная? Ты что такая внезапная? Я еще там размахиваюсь 10 раз, а она уже вылетает. Генза, нельзя. Нельзя клёпу. Нельзя клёпу драть. Клёпу нельзя драть, нельзя, я её только зашила. Это Лунина игрушка. Нет, Венза, прекрати. Все, иди. Вон, свой мяч разодрала. Два мяча разодрала.
больше ничего не оставила. Вот уж. Надо затаскивать вот туда своих леопардов драгоценных. Все. Смогли поделить диван. Но Веня грустит, что ее плед занял большой кот. А кот делает вид, что спит. Потому что ей нужно будет в свою комнату отправиться ночью. И она всегда так делает вид, что я сплю. Вообще, смотрите, как я сплю крепко. Меня прям не разбудить, я ничего не слышу. Но мы-то видим, что она не спит. Хвост его дает. Ладно, поваляйтесь здесь еще вместе. Но на ночь в свою комнату. Бубочка, как бы миленько ты не сопела.